Здравствуйте, Юля. Это видео про ваш объектив с установленным одуванчиком. Вот, смотрите, объективчик уже полностью готов к работе. Прыгалка работает. И сейчас я вам продемонстрирую работоспособность одуванчика. Очень аккуратненько вставляем объектив с одуванчиком в камеру. Совмещаем средний контакт одуванчика или второй справа, если так вот смотреть. Совмещаем с белой точкой на камере. Аккуратненько поворачиваем до щелчка. Я запрограммировал фокусное расстояние 105 миллиметров и диафрагма 2,5 до 32, как и есть на объективе. При работе с одуванчиком на объективе вы всегда оставляете диафрагму 32 и выбираете ту, которая вам нужна. В объективе, в камере ставите режим AFS, или если у вас вот камера с таким переключателем, то на AF. Если без такого переключателя, то ставите AFS режим. В этом режиме будет блокировка до затвора, до появления фокусировки. И вот смотрите, пока нет фокусировки, затвор не срабатывает. Можно полностью нажать кнопку затвора и крутить объектив. Когда появляется фокус, вы смотрите видоискатель, звучит звуковой сигнал, загорается точка фокусировки, которую вы выбрали, а не только зеленый сектор, по которому все Никоны осуществляют фокусировку. И, соответственно, когда вам нужна другая диафрагма, здесь вы 32 не трогаете, оставляете ту диафрагму, на которую хотите снимать на объективе. И когда вы снимаете, она закрывается на нужное значение и отрабатывает то, что вам нужно. Вот смотрите. Раз. И кадр сработал. Пока нет фокуса, затвор не срабатывает. Также аккуратненько вынимаем объектив с одуванчиком, чтобы не повредить одуванчик. Сейчас я упакую и сегодня уже отправлю вам. Спасибо за внимание.